57 пунктов готовы обогреть югорских водителей в морозы. 48 из них стационарные, 8 мобильные, 1 подвижный. Первые – это автозаправки и кафе, расположенные на трассах. Вторые – палатки из пневмокаркасных модулей. Третий смонтирован на базе автомобиля с высокой проходимостью. Они готовы работать в случае возникновения ЧС на трассе, например, затора или аварии. А также могут принять путников, у которых сломалась машина. Стоит отметить, что пока на дорогах Югры подобной необходимости не возникало. Оказавшимся в трудной ситуации на трассе, нужно звонить по номеру 112, и спасатели организуют размещение в ближайшем пункте обогрева, оснащенном всем необходимым. Возьмем на базе модуля пневмокаркасного. Это тепловая пушка, это генераторная станция, которая позволяет автономно вырабатывать электричество для зарядки каких-либо гаджетов и так далее. Это теплая одежда, это элементарно одеялы, пледы, это горячая пища и минимальный набор медицинских средств, как раз-таки предназначенных для помощи при обморожении.